Девочки, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодняшнее видео будет про пустышки. Хочу избавиться от всего хлама и поделиться своим отзывом на те или иные средства. И хочу начать с такого вот средства для волос. Это у нас капус. Это был такой вот спрей, тут совсем немножко осталось на дне. Целых 500 миллилитров. Это был увлажняющий спрей. Вы знаете, девочки, первая банка мне понравилась просто безумно. Она у меня улетела очень быстро. Что касается этой, либо мои волосы уже привыкли к этому средству, либо же это какая-то подделка, я не знаю, но вторая банка абсолютно ничего с моими волосами не делала. Волосы электролизовались. Волосы были очень сухие, они были безжизненные, они были сухие даже после использования, то есть такого в прошлой версии абсолютно не было. Я не знаю, в чем дело, возможно, действительно волосы привыкли к этому средству, нужно было чередовать, дать отдых, вот, но не знаю, напишите, кто пользовался, может, у вас тоже такое было, будет интересно почитать комментарии. Далее, закончилась моя любимая мицеллярная вода, но я ее использовала не как мицеллярную водичку, а как средство для снятия макияжа только с глаз. Это двухфазник, не подойдет тем, у кого нарощенные ресницы. Макияж снимает на ура, абсолютно и тушь, и подводку, и тени. Все супер, действительно без трения. Раньше покупала в маленьком объеме, но по цене они абсолютно одинаковые. Только здесь 400 мл, а там, по-моему, 200 или 250. Поэтому зачем, так сказать, платить больше? Поэтому идеальное средство, вот прям от души советую. Далее, такая вот масочка у меня закончилась от Vitex. Очень классная, действительно кожу как-то, знаете, освежает, подтягивает. Единственный минус, она долго впитывается, где-то минут 20-30. Ну, в целом, если вы никуда не торопитесь, то абсолютно можете релакснуть с ней с утра, вечером, днем, когда вам необходимо. Обязательно повторю еще, приятно пахнет, приятно наносится, наносила на шею и также видела эффект лифтинга. Далее, кремушек от Dove's авокадо. Честно говоря, с кокосиком мне нравится больше именно по запаху. Так, очень хорошее увлажнение, быстро впитывается. И вообще, знаете, продукцию Dove я поняла, что я ее люблю. И дезодоранты, и крема, и скрабы, гели для душа, и для волос. Можно что-то достойное найти. В общем, за свою цену это просто находка. Так, далее. Из декоративки у меня закончилось, наверное, уже видели в Инстаграме, Хула от Benefit. У меня порвалась, к сожалению, упаковка. Здесь было зеркальце. Ну, упаковка, честно говоря, так себе. Что касаемо бронзера, я уже рассказывала, что это моя любовь. Я думаю, дырка на дне говорит об этом более красноречивее. Классное средство, не рыжило, идеально ложилось, пигментация супер. Просто любовь. Обязательно повторю еще. Далее. Такой вот тоже мой фаворитик, это нюдовая помада, абсолютный нюд в 0,2 оттенке от La Mer. Это моя любовь, обязательно повторю еще, кто ищет нюд, который не сушит губы, который хорошо ложится, не образует белых полос, не скатывается, это однозначно ваш вариант. Я прям очень рада, что я нашла эту помадку, что я для себя ее открыла. Идеально, просто идеально. Обязательно себе прикуплю еще. Дальше выкидываю полную маску от Freeman. К сожалению, у нее прошел срок годности. Она у меня простояла 150 тысяч лет. Я иногда ей пользовалась. Маска огонь, маска супер, но она не на каждый раз, может быть, на раз в неделю, два, раз в две недели. Вот, ну, как-то, знаете, она для меня немножко была агрессивная, потому что она была с такой, вот знаете, мне кажется, с кислотой, она немного пощипывала кожу, очень подсушивала, круто работала со всеми воспалениями, прыщиками, но, к сожалению, такой 175 миллилитров, очень большой объем,
Вот, а маска как работает в качестве скраба, как и в качестве маски. В ней очень мелкие такие частички, знаете, не такие, как в чистой линии, но такие совсем мелкие-мелкие, ну, класс. Достойная маска, вот, но, опять же, из-за объема, наверное, больше не возьму. Так, дальше. Дальше у меня закончился мой любимый кремушек для тела. Я уже 100 раз его вам показывала. Конкретно этот у меня с папайей, но я люблю абсолютно все. Сейчас у меня с ягодами, и с какао, и с, не помню, еще с какими-то лесными там ягодами. В общем, не суть. Круто увлажняет на долгое время, кожу не сушит. Идеальный запах на теле долгое время, все как я люблю. В общем, советую. И цена, соответственно, очень бюджетная. Дальше. От Vitex также у меня закончилась такая вот сыворотка. Я вам ее показывала. Это, я так понимаю, новая серия у Vitex. Она очень-очень неэкономичная. Закончилась буквально в 2 присеста. Здесь были такие золотистые частички. Вот вы можете их наблюдать. Конечно, они такие специфические, они катались по лицу, плохо растворялись только при нажатии. Сыворотка очень быстро впитывалась. Я бы сказала, что увлажняла она на троечку. Абсолютно какого-то прям чуда от них ждать не стоит. Дальше. Мой любимый скрабчик. Уже 100-й раз его вам показываю. Любила и буду любить. Продается в сети магазинах Ева. Кто из Украины, обязательно протестируйте, кто еще не тестировал. Дальше. Такой вот тоник у меня закончился от Vitex. Хороший тоник, не стягивал кожу. Я бы сказала, даже немного увлажнял, освежал. Не сушил абсолютно, но очень быстро закончился. В целом могу посоветовать. Дальше. Такой Fresh Juice маселка с розой. Покупаю из-за запаха и буду покупать. Очень мне нравится такой насыщенный аромат. Кто не любит такие ярко выраженные запахи, то оно не для вас. Так, дальше. Мой любимый кремушек также. Здесь написано маска, но я использую как крем под носочки. Крутое действие, увлажняет пяточки, сухую кожу, стоп. В общем, это моя 10-я банка, и буду еще брать и брать и брать. Дальше, такой вот флюид у меня закончился. Это самый обычный биокон. Такой флюид с петочкой. Знаете, мне понравилось. Он был ненавязчивый, немного с ним трудно работать, потому что с ним можно переборщить. То есть достаточно аккуратно, буквально 2-3 капли на длинные, предлинные волосы. Если волосы покороче, то совсем нужно капелюшку. Неплохой продукт, волосы подпитывал, как-то запаивал концы, я бы даже сказала, то есть они не выглядели, знаете, так как-то засмоктанными, но в то же время не были сухими, поэтому могу вам посоветовать удобное нанесение за счет пипеточки. Дальше. Осталась у меня такая вот краска для волос. Это у нас был Шварцкоп. Первый раз такую пробовала. Это у нас и сине-черная. Не куплю больше эту краску, она безбожно сушит волосы, ее до сих пор трудно смыть, я покрасилась где-то, наверное, недели 3 назад, и до сих пор у меня вода какая-то синяя, полотенце синее, в общем, как-то странно, но корни уже начинают рыжеть, поэтому очень странная краска, все-таки красилась я Лореаль и буду ей и дальше верна. Незачем проводить такие эксперименты над своими волосами, поэтому больше не куплю. Дальше. Куча масок у меня закончилась. Вот просто целое горище. Так, это маска. Все бы ничего, маска хорошая, хорошо увлажняет, но она мне почему-то пахнет клеем ПВА. Не знаю почему, но вот какой-то такой странный у нее запах. Хотя написано, что такой цветочный, вечерняя примула, ромашка, если не ошибаюсь. Ну, в общем, честно говоря, запах клея. Не очень приятно было ее на себе носить. Далее, моя любимка. Это масочка для рук, перчатки. Я ее, кстати, растягивала на 2 раза. Очень крутая. В Еве их очень быстро разбирают со скоростью света, со скоростью звука. Сегодня я пришла за ними, и их подавно нет, к сожалению. Они были по акции какое-то время, и не мудрено, что люди ее просто распробовали.
У маски также очень прикольный эффект, потому что она, во-первых, приятно пахнет ванилькой, какими-то печеньками, знаете, выпечкой. Во-вторых, очень круто увлажняет руки. Там есть застежки на перчатках, то есть они никуда с ваших ручек не денутся. Можете ходить, я даже умудрилась мыть посуду в них. Вот поэтому, когда вы их снимаете, руки, знаете, как после парафинотерапии, на них остается такой вот воск, не воск, какая-то такая вот жидкость, которая быстро впитывается. Но я, наверное, целый день не пользовалась кремом. Я вот была в дороге, с утра сделала эту масочку для ручек, и целый день мои руки были напитаны и ухоженные, вот прям такие, знаете, мне абсолютно не хотелось мазать их кремом, хотя была я, ну, фактически на морозе, да, выходила туда-сюда, то есть, ну, как на морозе, на улице, имею в виду, когда прям очень нужно питание, ну, в общем, вы меня поняли, маска просто огонь, вот от души советую. Дальше, такая вот маска от Фитокосметик, тканевая картофельная с эффектом ботокса. Я не знаю, на кого рассчитана эта маска, потому что лекала у нее просто огромадная. Хватит на 3 лица, мне кажется, очень огромная. Какая-то плохая основа, очень тонкая. Ну, вы знаете, какого-то такого вау-эффекта я не увидела. В принципе, я на него не рассчитывала, но думала, что все-таки будет эффект увлажнения ярко выражен. Так, такая вот масочка с гранатом. Неплохая, тоже увлажняет хорошо кожу. И моя любимая с помидоркой. Две. У меня еще есть в запасах. Классная, долго не высыхает, кожу увлажняет, я бы даже сказала, ее подтягивает. Вот, так что тоже советую. Все, девочки, это были все мои пустышки. Спасибо за то, что вы были со мной, за то, что провели целых 12 минут вместе со мной, слушая мою болтовню. Обязательно пишите ваши комментарии, я буду очень рада с вами пообщаться. Всех целую, всем пока.